Хулиган или романтик? Жители высотки в Ленинском районе жалуются на вандала, который срывает цветы с их клумб. Его выходки попали в объектив камеры уличного наблюдения. Вот мужчина подходит к дому и начинает срывать цветы. Делает это глубокой ночью. Затем мужчина раскладывает каждый цветок на скамейках. Отсмотрев записи с камер, местные жители прозвали его флористом. Но сейчас им уже не до шуток, ведь мужчина портит чужой труд. Терпеть это местные жители не намерены и готовы обратиться в полицию.